Спортсменки из 30 стран мира приехали в Москву на первые в новом сезоне соревнования серии Гран-при по художественной гимнастике. В рамках состязаний также состоялся Кубок чемпионок. Участницы удивили зрителей не только уровнем подготовки, но и выбором музыки и костюмов. Билеты в Лужники раскупили всего за 10 минут. Репортаж Марии Саушкиной. Концертный зал в Лужниках переполнен. На Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой приходят семьями. Для детей настоящий праздник художественной гимнастики. Трибуны ревут. Международный турнир – одна из частей Гран-при Москвы. Квалификационные соревнования по художественной гимнастике. Спортсменки из Японии, Турции, Чехии, Азербайджана и других стран. Здесь собрались очень амбициозные команды, которые хотят быть тоже на пьедестале. Открыли оценку у нас, и у нас теперь оценка по трудности. Может быть, хоть 100 баллов, пожалуйста, но надо сделать. Место, куда журналистам вход воспрещен, здесь по-настоящему кипят страсти. 29 сборных из разных уголков мира. Конечно, ни одна спортсменка перед соревнованиями не общается с прессой. Это правило. Нервы после выступлений порой сдают. Вот тренер сборной Франции вносит последние штрихи в номер. Конкуренция крайне высока. Мы только стремимся, так скажем, догнать ваш уровень. Новое поколение российских чемпионок выступает со сложнейшей программой. Филигранная техника, незаурядный артистизм. Они не выполняют элементы. Парят в поворотах, пируэтах, прыжках. Многократные абсолютные чемпионки мира и Европы, сестры Аверины. В мировом спорте их называют секретным оружием России. Показывают в очередной раз то, что другие повторить не могут. Пьедестал целиком принадлежит россиянкам, как почти на всех международных соревнованиях. Дина Аверина – золото, серебро у сестры Арины, Александра Солдатова – обладательница бронзы. Ты на сколько процентов сделала свою программу, а? Больше 25 не дам. Под занавес автограф-сессия. Юные болельщицы смотрят на них, затаив дыхание. В будущем нашим гимнасткам тоже понадобится поддержка. Этим летом Россия примет чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Мария Саушкина, Владислав Дадонов, Александр Бармин. Вести. О главных событиях.